на Кубок Республики Башкортостан. Рио выигрывает Лайфар. Тоже вперед выходит эта команда. В втором месте Артикул. Третьим Лайфар. Четвертым Атмосар. Пятым Бустерхед. Далее она Вейн Фейк. Исцелитель. И Пикап. Лидирует Лайфар. Тут же Атаман. В борьбе за третье место Артикул. секунды, резвость первых 400 метров. Лидирует Лайфар. На втором месте Атаман. Третьим Фейк. Четвертым Артикул. В борьбе за пятое место Атмосар Бустеркет. За ними Аннабель и Пикан. Замыкает Исцелитель. Большим отставанием. Лидирует Лайфар. На втором месте Фейк. В борьбе за третье. На третье место выходит Артикул. Четвертым Атаман. На пятом месте Бустеркет. На шестом месте Атмосар. Прошли 500 метров. 31,9 секунды. Лидирует Бэк, вторым Лайфар, третьим Артикул. На четвертое место пытается выйти Бустеркет, тут же Атаман. За ними Атбасар, Пикан, Анабель и замыкает Исцелитель. Перед трибунами проходят участники приза. Лидирует Бэк, на втором месте Лайфар, третьим Артикул. Участникам необходимо преодолеть ровный круг. На четвертом месте Бустеркет, тут же Пикан, Атбасар, Атаман, Анабель. И с большим отставанием продолжает идти Исцелитель. Впереди Бэк, на втором месте Лайфар, третьим Артикул, проходит 500-ку. 33,8 секунды. На противоположную прямую компанию выводит Бэк, на втором месте Лайфар, третьим лидируется Артикул, на четвертом месте Бустеркет, за ними Пикан, Адбасар, Атаман и Анабель. Лидирует Бэк, вторым Лайфар, ускоряется Артикул. Артикул пытается выйти на второе место в большой борьбе с Лайфартом. Захватывают Бэка головой, идут Лайфар и Артикул на третьем месте, Бэк на четвертом месте, Бустеркет, за ними Пикан. Проходит предпоследние 500 метров. 33,1 секунды. Лидирует Лайфар, на втором месте Артикул. На третье место выходит Бустеркет. Компания на финишную прямую выводит Лайфар, его преследует Артикул. С большим отставанием на третьем месте Бустеркет. Финишная прямая приза. На Кубок Республики Башкортостан, третий Бэк. Давай. Лайфар, Артикул, 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 Лайфар